Ребятки, всем привет! Доброе утро! Утро! 2 часа, больше 2 часов. В общем, начну снимать наконец-то мой влог. И попозже расскажу вам вообще, почему я пропала, почему я ничего не снимала. И сейчас, знаете, что я сделала? Я в бикини. Достала мой старый бикини. И что я с ним сделала? Я его не носила, потому что вот эти вот здесь вот эти переплетенки все, которые вот эти вот шнурочки, да, они вот так были огромно длинные, болтались, и я их в итоге, они меня раздражали, и вот, собственно, на спине, видите, вот такой остался еще. Я сейчас просто сделала что? Мне казалось, что он мне какой-то маловатый, я его просто расширила в груди, по бокам я его не трогала, то есть по бокам он у меня вплотную, в принципе, сделан. Я его расширила, завязала просто на 2 узла вот эти вот веревочки и просто поотрезала, чтобы они не висели и не раздражали меня. Сзади, вот, к сожалению, я еще не отрезала, но потом, когда уже приеду, потом уже отрежусь. Так что старый купальничек достала, одела черные сандалии и сейчас пойду одену что-нибудь и поедем на пляж. Но я, конечно же, без макияжа. Такой свет, я не такая белая, нет, это свет просто так. А не без макияжа абсолютно, ничем не красила сейчас просто, потому что забрызгаюсь средством защиты для лица, и накрасила просто губы, потому что, мне кажется, со светлыми волосами, ну, с такими более-менее светлыми, мне кажется, лицо все равно как-то высвечивается, и если с темными это было хорошо смотрелось, все равно то, что, ну, ты когда не красишься, да, то темные волосы все равно ты как-то ярче выглядела. То я стала замечать, вот если вот эти волосы, тем более после сна, после мытья, после сна, без всяких укладок, они лежат как попало, и светлые, и получается лицом я сильно не загорала, и то есть все равно как-то блекнешь. По крайней мере, губы уж точно нужно будет подкрашивать. Поэтому я, собственно, так и делаю. А ты куда? Приветик. А я буду раскрашивать на пляже. На пляж берешь? Да. Ну, вряд ли ты будешь разукрашивать. Ёлечки, давно не видели тоже ее. Леопардовый. Йоланда в прошлом году снимала видео, сама рассказывала про купальники. И рассказывает про этот купальник. И говорит, а это купальник леопардовый. И мы до сих пор уже год смеемся над этим. Все, давай, Йоланда. Да! У меня дома чистота, я просто вчера к вечеру прибралась немного, ну, вернее, как я убрала пыль, робота запустила, да? Ну-ка, ну-ка, где у нас вся обувь? Ты-дынс. Мне сюда, кстати, нужно какую-нибудь полочку купить для обуви. Угу. Потому что с песком я не даю таскать сюда. Так, ключики сразу беру. Очки? А? Очки? Очки нужно помыть. В итоге у меня с гардеробной очки перемещаются сюда. Я их по чуть-чуть перекладываю. Здесь на зеркало накладываю, сюда накладываю. В общем, надо помыть и убирать сразу. Готово. Одела вот такую разлетайку черную и шортики. А здесь вот эти вот я отрезала. Йоланда, что ты тут просыпала? А? Постоянно включен кондер у нас, потому что, причем в нескольких комнатах, здесь вот у меня на 26, в спальне у меня на 27 стоит. Все, отключаю. Йолик, поехали. Ребятки, короче, мы приехали сегодня на такой, на неорганизованный пляж, вернее, он был когда-то организованным, но в этом году в связи с вирусом здесь спасатели есть, как бы с его вот этой лесенкой, а, ну, стоит, то есть смотрит за людьми, видимо, государство ему оплачивает зарплату, вот, а зонтов нет, и поэтому, ну, все равно вот мы сюда первый раз приехали в этом году, и очень много людей все равно получилось. Мы здесь разложились, кофе взяли с собой, воду с собой, в общем, людей тоже много, и Йолик там купается, а мы пока здесь кофе пьем. А, Йолик уже здесь. Где вода? Йолик, привет! В леопардовом купальнике. Мама тут с нами.
Давайте вам чуть-чуть покажу. Такой ветер и такие волны, я же ничего вообще не вижу. И вон людей много-много здесь. Кто-то со своими зонтами едет. Вот этот я показывала, но он у меня уже закончился практически, уже почти не брызгает. И вот это средство для лица тоже закончилось. То есть все уже выкину. Еще одно масло тоже закончилось, не могу выкинуть бутылку. И вот это Юландина защита La Roche-Posay. Здесь все доктора советуют La Roche-Posay вот именно брать, потому что это самая хорошая защита для детей вообще. Ну и вообще разные кремчики всякие. Здесь вот 50, то есть вот это больше нравится, чем от Corez, то, что греческая марка, потому что у нее как будто аллергия на нее, что ли, была. Вот это классно. А здесь мне муж звонит. Все, мама тоже пошла купаться. Иоланда делает, мама тут ее подбила. В общем, такие ракушечки есть маленькие, как маленькие мидии. Мама говорит, что они их как-то собирали и жарили, и они вкусом как мидии. Иоланда ходит вон возле берега прям, ну, в начале моря получается, и собирает их. Я говорю, я не знаю, я боюсь такое есть. Я уже нашла 1, 2, 3. 7. Ты их сама будешь кушать? Да, 1, 2, 3. Майя, правда не отравишься? 6! В общем, пожарить? Я на маленькой сковородке попробую пожарить, конечно. Я все буду есть. Ты? Ну, я не... точно не отравишься? В общем, надо пожарить их, попробовать. Это по крайней мере, попробовать. Это все мое. Вот, Йоланда себе на обед насобирала. Я тебе макароны сварю. И будет паста... с мидиями. Да. Пойдем сюда. Мама сидит, загорает. Я уже накупалась. Вода очень сильно жаркая. Жаркая, горячая. Я пойду сейчас похожу просто по берегу. Сделайте лицо.
чисто, классно. А я нарисую под водой. Давай. О, нет. Филата побежала дальше. Мостик под водой Йоланда делает. Ребят, короче, домой только что приехали, я уже не могла, очень жарко, ужасно. И что вы думаете, Йоланда все-таки забрала эти ракушки, надо их сейчас залить водой. И на маленькой сковородке попробую пожарить. Так, залью их сейчас. Посмотрим, что получится, потом покажу вам. А я тут такая кудряшка, кудряшка. В общем, да, надо опять голову мыть. Каждый день мою голову. Слушайте, вообще купальник вот так вот, то, что я расширила, классно сейчас, прям комфортно так себя чувствовала. Все, пойду тоже в душ и попозже с вами поболтаю. Так, ребятки, сейчас, да, мы уже сходили в душ, мы уже пообедали с Йоландой, не обедали ее мидиями, то, что она собрала. Но сейчас я ее беру, и мы идем жарить вот эти 6 или 7 мидий малюсеньких на сковородке, на маленькой. Так что посмотрим, что из этого получится. Но я, если честно, боюсь их даже пробовать. И боюсь, чтобы Йоланда их ела, но мама говорит, их едят. Так что, не знаю, посмотрим, попробуем. Надеюсь, не отравимся. А сейчас, что мне нужно сделать, так это помыть вот эти ракушки сначала. Угу. Тарелочку возьму. Ну что думаете, это можно будет есть или нет? Вот, вот что за работу они мне придумали, а? Сколько их? Раз, два, три, четыре. А ты же семь их собирала. Вообще-то нет. Нет? Они прям, знаете какие? Они прям закрытые. И они должны, по идее, раскрыться, когда их жаришь. Ребят, ну это я не знаю. Это, по-моему, маразм какой-то. Я никогда вот такой... Йоланда, ну это маразм. Что я их буду? 6 штук? Что это значит? 6 штук буду жарить. Ну и что? Ну давай. Я поем, попробую. Короче, налила я вот в такую маленькую сковородку чуть-чуть масла. Йоланда, ну что? Наверное, сразу их заброшу, потому что я не хочу, чтобы они потом стреляли. И я тебе макароны не буду варить к ним. Не надо. Нет, это же надо, это же надо. Вот что она меня заставила делать, а? Ужас. Я думала, они будут прыгать. Ну вот я и не хочу, я не хочу в горячее масло их складывать, чтобы они не прыгали. Надо, наверное, посолить их. И что, я так буду сказать, поешь? Чуть-чуть посолю их. Перца не надо? Не знаю. Можно? Давай чуть-чуть перца. Можно я? Нет. Почему? Чуть-чуть перчика добавлю. И потом сверху полью ей лимоном. Надо, в общем, закрыть сейчас это крышкой, и пускай они жарятся. В общем, пускай жарятся. Чуть-чуть меньше сделаю. Слушайте, они начинают раскрываться. Смотрите, смотрите. Они прямо на глазах раскрываются. Вау! Ничего себе. Вау! Илана, не подходи. Там есть миди. Есть миди? Да, я видела. А, точно. Ну все. Сейчас брызгает, пускай. Да, Йоланде на сковородке. Я здесь, кстати, утром, либо вечером яйцо жарю. Либо маленький омлетик даже делала. Очень удобно, кстати. Вкусно. Ну, сколько им надо жариться? Ну, пока внутри... Ну, что я могу сказать? Пахнет начинает, как вот морепродукты пахнут. Но из-за вот этих 6 малюсеньких штучек у меня вся плита теперь забрызганная маслом. Я не знаю, водички может долить туда немного. Короче, ребят, позвонили мы сейчас маме спросить, сколько их жарить.
Она сказала, что как откроются, так и все. Но они у меня открыты, собственно, я их чуть-чуть подержала еще. Вот сейчас вытащу их в тарелку. И Йоланда будет их кушать. Боже мой, что за фигней я страдаю? Капец. Короче, чтобы ими покушать, наесться, их нужно, я не знаю, несколько килограмм насобирать. Лимончик я вот разрезала, сейчас выдавливать буду. Окей. На, Йоланда. Твоя еда. Твой обед. И что, я буду приятного есть аппетита. Вот эту скорлупу? Нет. А что, где еда? Еда? Да. Тебе вилку надо? Какой бред. Боже мой, какой бред. На. Ты скорлупу не ешь? А где еда? Ну вот они маленькие, вот они. Видишь? Ну-ка. Давай, давай, пробуй. Приятного аппетита. Давай. Йолана покраснела сегодня на пляже. Сними эти. Класс. Вкусно? Угу. Серьезно? Будешь? Ну дай попробую. Ну. Маленькую вот эту возьму. Нет, вот эту ешь. Блин, она такая маленькая, даже не ловит фокус. Фу. Йоланда, они, блин, с песком. Это невозможно есть. Фу! Че, никак? Не будешь? Нет, нет. Ребята, посмотрите, они просто настолько маленькие. Я не знаю, это не естся. Невкусно. Тебе, наверное, сначала показалось вкусно. В любом случае, я это не ем. Показалось вкусно то, что там лимон был. Я не могу, я смеюсь. Это же надо было наесться вот этих. Капец. Будешь еще собирать кушать? Нет. Нет? Нет. Нет? Нет. Все, фейл. А вы можете и кушать, и не кушать, мне впору. Нет, у нас в морозилке просто лежат морепродукты, которые нужно приготовить вместе с пастой. Мы же не готовим. Кстати, я ни разу не готовила, пока Анжела уехала на остров, ни разу не готовила. Вот. Нужно приготовить? Нет, нам же с моря надо. Девочки, я сейчас села, в итоге чуть-чуть приведу себя в порядок. Что-то я поставила камеру, не знаю как. Давно не снимала так. И приведу себя в порядок, хочу сходить в банкомат и хочу сходить купить... Что хотела купить? Купить надо какой-то кондиционер для волос и купить нужно мороженое. Да, я Йоланде обещала купить мороженое, поэтому и как раз с вами сейчас поболтаю. Девчонки, знаете, что я хотела сказать? Короче, я куда пропала? Если вы смотрите, следите за мной в Инстаграм, либо в Фейсбук, я знаю, что девочки у меня некоторые в Фейсбук за мной, ну, как бы со мной, да, общаются, так что подписывайтесь, находите меня, Карина Попак, либо Карина Корабельникова, ссылочки все в инфобоксе, и там я репостила всегда видео из ТикТок, да. У меня муж в итоге уехал на Миконос, и мы с Йоландой в итоге что делаем? Она постоянно снимает ТикТок, и я такая сидела на нее, все смотрела, и такая раз попробовала. А чтобы снять что-то на ТикТок, то есть какой-то танец, там, да, там такие движения, вроде как легкие, да, если так посмотреть, но их надо все равно как бы знать, чтобы знать, в каком порядке, потому что там всего там 10-15 секунд дается, в каком порядке это все двигать там руками, ногами или чем-то, да, попой, кто чем. И, короче, я начала ночами просто, я не сплю, муж уехал, я не сплю сама, я начинаю это ТикТок учить, и у меня ночь проходит, вторая ночь проходит, третья ночь проходит, и я тут понимаю, что у меня график сбился, и все мои планы для съемок видео, например, все это крушится просто, медным тазом накрывается, и я, соответственно, ничего не снимаю. Я сняла одну уборку, и то я хотела утром, да, это все делать, а потом в итоге, вы если не смотрели вот прошлое видео, это было уже в 3 часа дня. Вот, поэтому
с этим ТикТоком у меня ушло много времени, да, это прикольно, это, знаете, поржать так чисто, если вам заняться нечем, особенно все на карантине этим занялись. Так, чуть-чуть нанесу тона, потому что 100 лет не красилась. Блин, у меня тон закончился, который посветлее, а этот у меня темнее. Ну, я как бы загорела, но ничего, сейчас подкрашусь чуть-чуть. И, в общем, прикольно, когда кому делать вообще абсолютно нечего, и те еще как бы могут, да, поснимать ТикТок. Но у меня-то канал, и канал не просто так, что, знаете, я снимаю, там у меня чуть-чуть совсем просмотров, там и чуть-чуть зрителей, то есть, ну, для себя, можно сказать. Но я не могу вас тоже как бы так и терять, и как бы, ну и жалко, собственно, канал. И тут я понимаю, что я ничего не могу с этим сделать, я не могу настроить график, я не могу снять видео, и я в этот ТикТок еще заходишь, открываешь, и начинается, да, знаете, вот это вот листание ленты, и я в один день просто сказала: нет, Карина, стоп. То есть я сейчас захожу, я просмотрю только Юландины видео, она там снимает Miss Beauty G1, у нее называется аккаунт. Вот я ее видео посмотрю, и все, сама я даже других никого не открываю, не начинаю смотреть, потому что ТикТок — это действительно зло. Если вы чем-то заняты, ТикТок — это правда зло. Отнимает время, и там, да, тоже как-то блогеры зарабатывают, да, и можно там зарабатывать рекламу, но чтобы начать зарабатывать на ТикТок, это, я не знаю, это надо было быть уже давно-давно на волне на этой, да, а сейчас это потеря времени, то есть, и я уже как бы тетенька взрослая, под 40 лет, поэтому я завязала, собственно, с этим, а график я, к сожалению, до сих пор свой не настроила. Что-то болтаю, не могу накраситься никак. График я не могу настроить, я ставлю будильник. Я их просто 8, 8.15, 8.20, то есть каждые 5-10 минут я ставлю, я его не слышу, мне звонят и муж, и свекровь, и мама, мне все звонят, я не слышу телефон и не могу встать. Я так что борюсь с этим, потому что если встанешь поздно, то есть ближе к обеду, в час, в два, в 12, неважно, все, день потерян, ты уже никакая, и я еще, знаете, если встала поздно, я начинаю от этого нервничать и злиться на саму себя, почему я не встала, то есть я почему потеряла день, и я ничего от этого из-за своей вот этой злости, да, из-за разочарования, я не могу дальше ничего не снимать, ничего делать, я максимум, что могу сделать, это собраться и поехать просто на пляж, даже вот ближе к вечеру. Вот, и тоже муж уехал, как бы мы не готовим дома, я ни разу не готовила. Мы, получается, то у мамы поедим, то мама даст нам с собой еду, то свекровь приготовит, я возьму тоже с собой еду, либо принесет. И я сколько дней уже собираюсь приготовить, и никак. Поэтому, хотя у нас продукты есть. И, в общем, муж уехал, вот как на остров, мы вместе не поехали, то что как бы, боже мой, что ж такое. Все, окей, ладно, тона чуть-чуть донесла. Муж уехал вообще на остров, мы не поехали сразу из-за той причины, то что, чтобы ехать, нужно сразу как бы много денег. Во-первых, на бензин, на лодку, на машину, то есть на перевозку, да, машины, на нас, на всех, на билеты. Ну, как бы, еще плюс там жить, еще они плюс не открылись, и они вот только буквально несколько дней, 2-3 дня назад открылись, и да, поэтому мы терпели, мы ждали, и сейчас мы собираемся, я должна была ехать на машине вообще, по идее, потому что с котом, с Йоландой, и, но на машине я тоже боюсь ехать до порта, это часа 4-5 ехать, и я одна, и потом это все возвращаться, потом же опять одной, и я боюсь, и, знаете, боюсь не то, что я боюсь дорогу, а я боюсь просто свернуть не туда, даже если ехать по GPS-у, то я все равно, у меня какой-то страх, я боюсь не туда свернуть, и время, если будет ограничено, я просто
как я потом выверну, где я ее потом выверну, знаете, по трассам поедете, непонятно, и там все так запутано, мне кажется. Одно дело, когда ты едешь с кем-то, да, хотя бы кто-то с тобой рядом сидит, что, ну, подстраховать, знаете, для поддержки, а так нет. В итоге нас повезет на своей машине до порта друг мужа, он нас отвезет, мы с котом едем вместе с Йоландой, вот. И мы потом, то есть посадят нас на лодку, и муж нас потом там встретит. И обратно точно так же, у нас такая же дорога будет. Я не знаю, на сколько мы поедем, на месяц, на два, в общем, посмотрим, как это все будет. На Миконосе, опять же, бассейн, где мы в городе ходили, в какой купаться, он закрыт. Анжела сегодня ходила, говорит, этот отель закрыт, и что мы будем делать там, опять же, без машины, я не знаю. Ну, в общем, мы едем туда. И буду собираться, когда я соберу вместе с вами чемодан, посмотрим, что я буду брать. Единственное, девчонки, знаете, что хотела? Не могу накраситься, потому что я с вами разговариваю сейчас. Хотела вам сказать, что у меня видео, скорее всего, будут выходить только раз в неделю, ну, чтобы совсем, да, не потеряться, чтобы быть с вами немного на связи. Кстати, чтобы меня не терять, подписывайтесь на Инстаграм, да, Карина Папак. В общем, возьму с собой только вот эту маленькую влоговую камеру. В планах у меня еще купить одну малюсенькую камеру, но мне муж вроде как ее обещал, но посмотрим, да, как у нас будет с деньгами, потому что тоже не дешевая камера. И свет я не беру, потому что мы без машины поедем. Так что дома будут видео, там плохой свет вообще дома, в студии, да, где мы живем. А дома будут, может быть, немножко видео из дома, а так в основном какие-нибудь влоги, да, прогулочные, вот что-нибудь в таком плане. Постараюсь, да, снимать, но что-то полезного вряд ли. Вряд ли вам буду рассказывать. То есть те видео такие домашние, то, что я вам снимала вот в последнее время. Так что, да. Вот такие вот новости, и надеюсь, у меня график наладится, и надеюсь, вы по мне соскучились, и не отпишитесь от меня, и будете продолжать со мной оставаться. Пишите в комментариях, дайте о себе знать, ждали вы, не ждали вы меня. И сейчас попрощаюсь, потому что хочу собраться, потому что уже вечереет, как бы, и я хотела бы уже выйти, потому что супермаркет тоже скоро закроется. Прощаюсь сейчас с вами, если вам понравился такой мини-влог, то ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч!